Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в Tower Conquest. Так, ежедневные испытания. Почему-то тут у нас друидка, а в наградах ведьма. Ну, ведьма мне не нужна, потому что она прокачана у меня полностью. Ох ты, нифига себе, ребят, награда, смотри. 18 Сунь-Укун. Так, плюс жнец, ядерный робот, нормально. Так, ну что, в бой? Естественно, будем вот этим отрядом играть. Погнали. Сейчас еще с тренировочки заберем, опять поставим. Ух, будет красота. Так, фехтовальщик, ты готов? Конечно, готов. Готов, мой командир. Давай, вперед, рви этого голема. Рви в лохмотье просто. Чтоб духа его здесь не было. А, бродяжка идет. Такой подхалим. На тебе. Все, друзья. Понятное дело, что здесь победа. Тут по-другому и быть не могло. Так, тренировочка. Забираем наш отряд. Забираем отряд. Смотрим. Прокачки никакой нету. Да я хоть вообще гляну, что у нас там происходит. Я прокачиваю Суньку. О, ребят, 327. Остается совсем чуть-чуть. И он у нас прапается. Поэтому давай мы его опять на тренировку. Тут сколько? 15 карточек дают. То есть два раза еще потренируется, и все, ребят. И он получит четвертую звезду. А с четвертой звездой уже можно воевать вполне, ребята. Потому что у нас много персонажей в свое время было с четырьмя звездами. И они довольно неплохо бомбили. Ну что, начнем с этого, пожалуй, отряда, да? С этого отряда в бой. И мы остановились на территории захватчиков. Так, единственное, кто меня здесь будет раздражать, это тот самый пришелец. Ну, в принципе, мы можем за счет ползуна. Да, делать обманку за счет ползуна. Хотя в данный момент нам не понадобится. Так, ага, вышел, вышел. Давай сделаем вот таким вот образом. Не забываем про ползуна, ребята. Да что ж ты, я думал... Ладно, фиг с ним. Ну куда ты? Ураганчик. Да. Пришелец пока там был заторможен, и мы его расстреляли. Но ведь круто же. Все, замок наш. Прекрасно. Ну что, неплохо мы начали. Совсем неплохо. Двигаемся дальше. Так, третий этап. Абсолютно ничего не буду менять. Ну да, этот слизень, морпех тут выходит. Зато нету пришельца. То есть уже большой плюс. А вот у нас интересно, слизень, морпех, он погибает от одного удара нашего ползуна или же нет? Хотелось бы, конечно, это проверить, но как? Блин, а он что, сразу выходит с защитой, что ли? Ух, тихо, тихо, тихо. Да на ты получи, засранец. Немножко не то, конечно, я сделать хотел, ладно. Так даже лучше получилось. Молодцы, две ниндзи слизня просто ушатали. Ой, слизня этого. Уфо, пришелец, короче. Он там хотел захватить у меня жабу с молотом, но не тут-то было. Так, вот здесь... Ох ты, а у него здесь тоже есть. Но он у него прокачанный, в отличие от моего слизня. У него ползун прокачанный. Ладно, я думаю, что мы не подкачаем. Интересно, есть ли ползун в ползуна? Но они оба уничтожатся, да? Нормально. Давай сделаем так, наверное. Я так почему-то и думал, что вызовет.
Есть. Защита лучше нападения. Я полностью с этим согласен. Полностью, ребят, с этим согласен. Защита лучше нападения. Давай, 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 давай. Да я не успел. Ускоряха. Бинго. Разобрали мой замок. Слушай, а вот последний этап, по-моему, будет самый сложный. Знаешь, так, тихо. Знаешь, в чем проблема там заключается? В том, что он будет выпускать слизня вместе с Уфо. Слизня вместе с Уфо. Это нам получается как надо сделать-то? Я же забыл, как сделать-то тут надо. Выпускать слизня, наверное. А потом выпускать ниндзю. Скорее всего, так. Эй! Да иди ты! Фью! Нормально, ребят. Все получилось, слава богу. Да ну чтоб тебя, а? Ниндзя, выручай. Морпеха этого. Ох, ё. Я совсем забыл, что здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Друзья, я забыл, что здесь у нас. Воу, я вырубил его. Я вырубил. Слушай, ну нормально тогда получается. Что-то как-то... Ребят, минута еще в запасе есть, в принципе. Ураганчик. Молнии, все-все-все применяем. Есть. Блин, лорду пустоты, конечно, я успел одолеть. Своими силами. Без суперотряда. Так, ну что у нас тут? Уфо, это все у меня есть. Абсолютно все прокачанное. А мы переходим на территорию Долина Подданных, одним словом. Ой, что я делаю-то? Рэй, успокойся, не туда ты пошел. Значит так, бродяга плюс мечник. Квест завершен. Исследователь. Так, вышел мечник. Ну, против него голема, наверное, поставим, да? Вот против этого хламона. Да я думаю, что у нас справится жаба с молотом. Но не так легко, конечно, она справляется, как я думал. Такс. На тебе, пройдуха мелкий, получи по башке. Ну, в принципе, наверное, тут всем и так ясен расклад. Победа здесь за нами. Круто. Ну что, переходим на второй этап. Что у нас тут? Квест. Ага, нам остается только лишь одержи победу в битвах на 15 аренах. Здесь энергии нету. Вот тут у нас осталось. Как, что значит осталось? Мы этим отрядом даже не играли. Ну куда ты бежишь, а? Мелкий ты вшивик. Лучи. Блин, не забывайте про... Ай-яй-яй. Что происходит? Блин, ребята, дело дрянь. Фью. Давай, всадник, выходи.
Надо было, блин, паладин. Ладно, и так нормально. Паладин нам еще пригодится. Да, тут, конечно, что-то... Еще бы не маленечко, ребята, и могли бы проиграть эти битвы. Но, слава богу, у нас все быстро как-то это получалось. И выкрутились мы из этой неудобной для нас ситуации. Мне сразу Фрозенхейм игра вспоминается, ребят. Там тоже эти камни захватываем. Так, ну что, он вызвал первого мечника. Я думаю, что если мы вызовем паладина, это будет очень даже... Стоп. Еее, молотильщик мой красавчик. Расфигачил просто-напросто этого никчемного бродягу. А вот это, конечно, будет похуже. Просто прикольно получается, как бы мы притягиваем противников на себя, и в это время молотильщик стоит со своей пилой. Просто всех пропиливает. Это классно. Есть контакт. Ну что, двигаемся дальше. У нас предпоследний этап. Никаких помех здесь нету для нас. Просто никаких. Причем мы уже где-то с тобой в поселении Майи находимся, да? Тут древние какие-то руины стоят. Опять за свое, опять со своим старым. Ага. Вот, значит, как. Ну что, я, наверное, друидку сейчас позову. Сейчас вот так вот сделаем вначале. Не успеешь ты захилять, не успеешь. Споткнулся бродяга. Бродяга просто споткнулся об землю. Об камушек на земле. Ну что же вы мне напугали, бедного моего рыцаря? А, это... это не мой рыцарь был. У меня рыцарей вообще нету, априори. Я говорю, что же вы напугали моего рыцаря? Все, 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 все. Тут даже говорить не о чем. Тут красная руна стоит, она наносит урон. Она просто стоит и наносит урон ближайшим врагам. Да не только врагам, да и замку тоже наносит. Так что... Король. Король вшивик. Ну давай. Попробуем своими силами без турбо-супер-отряда пройти. У нас против короля очень будет хорошо действовать всадник на журавле. Ну, чтоб ты знал. Угу. Видишь, как начинает. Ну что, я вызываю, наверное, обоих. Жить. Отлично. Ну а дальше что? А дальше друидка. Идите все на пилу. И всадник на журавле. Сейчас король должен выйти, по идее, ребят. Фига себе маг там наярил. Это что такое? Я не понял. Вот он. Короля-то сегодня будем бомбашить или что? Есть, 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 есть. Пробиваем, пробиваем. Все, ребята, сдулся королик. Голожопой. Ну, а дальше... Опа. Я думаю, что-то у меня друидка на попятную пошла. А там уже этот... Бродяга ее колбасит. Ножичками своими. Так, ну что, сундук подданных. Эльф. Копейщица. О, мы уже портал прошли. Ну что ж, неплохо. 15 карточек на служителя тьмы. Копейщица прокачана, по-моему, у нас. И замок, а, собор. 190-й портал. Ребят, скоро будет 200-й. Скоро будет юбилейный 200-й портал. Через 10 битв. Так, ну что, у нас тут БФГшка.
БФГшка. Я успею вызвать паладина? Я успел вызвать паладина. Так, пока этот там скочит прыгать, мы вот так вот сделаем. Давай еще одну пилку вызовем. Пилку. Назвал же тоже пилка. Хорош там трубадуру, уже достали. Это БФГшка, она там очень быстро двигается. Пыхнет, отлетит. Опять пыхнет, отлетит. Кому это понравится? Да никому. Вот и мне это не нравится. Поэтому в разнос их всех. Да, ребята. На второй этап. Срочно. Срочно на второй этап. Так, смотрим, здесь энергия закончилась. Здесь у нас фул. Вот это вот я не знаю. Тут расстояние-то небольшое. Сможет ли у меня один фехтовальщик справится здесь? Я почему-то сомневаюсь. Сейчас проверим, ребят. Но он, как всегда, хорош. А вот здесь плохо, ребят. Давай, Джаггернаут, выходи. Растудить, твои тудить. Упс. Попались, голубчики, в мою ловушку. Так, ну БФГХ падает от одной плюхи нашего Джиггернаута. Так что это... Ты смотри, ты смотри. Ну, фехтовальщик там наяривает. Ну, один удар вот этого молодильщика, да, со своей пилой. Все, ребята, у нас сразу же одупляется. У нас сразу же одупляется фехтовальщик и... Этот... Баллиста. Сразу же. Потому что одной пилы им достаточно, чтобы их накрыть. Так, а здесь бомбер. Ну, бомбер, в принципе, ребят, фигня. Он летает по прямой, он не бьет по замку, в отличие там от чумной мыши или от грифона. Так что здесь мы раскрутимся. Никто не идет. О, вылетел бомбер. Мне бы хотелось жнеца бы поставить. Вот успею ли я? Вряд ли, конечно, да? Или успею? Я успею. Должен успеть, ребят. Клетку. Жух. Блин, этот щитобот выдерживает целый удар от жнеца, ты представляешь? На тебе. Армия зомби у нас сейчас такая тут будет. Смотри, там когтистые. Я думаю, тут все. Песенка спета. Но нет смысла уже ему сопротивляться. Там два когтистых. Плюс Джиггернаут со своей вертушкой. Там второй был на подходе. Конечно, тут без вариантов. Вот здесь вот с хилботом. И щитобот, и хилбот. Да, тут... Тут будет проблемка. Но, если мы успеем... Хотя, подожди, баллиста. Баллиста, если выйдет, все равно у него есть этот... Молотильщик же, да? Грифон. Тут надо ставку делать на грифонах. На грифонах и на джиггернаутов. Джиггернаут же с одной плюшки, по-моему, вырубает. С одной. Тут нужен дамаг, соответственно, сейчас, потому что он будет хилять. Ну. Вот так вот. Еще джиггернаута вызываем. Грифа полетел. И вот этот луч свой пробивает, блин. Утырок несчастный. Соответственно, он там и баллисту мне ушатал, ну и все, кто там был ватненький. Пока придержим, наверное, суперудар. Мало ли, что пойдет не по нашему плану.
Да не, все прекрасно. Отметили мы врагов наших. И, по-моему, у нас сейчас будет последний этап с ядерным роботом. Погнали. Пока есть кого ставить, будем, естественно, ребята, ставить. Ну что, с Ронина начнем или как? Или с нашей... Давай так, наверное, сделаем. А вот сейчас Ронина желательно бы. Он шуршит. Ай, красавчик. Это сразу... А что такое? Что такое? Да ничего. Блин, а там-то кто, я не вижу. Там БФГ-ха. Мы ее расклепали уже. Все. Легче парень репы. Вот это я называю, мы поиграли. Давай сюда сундук. Так, 9 кристаллов, хилбот. Ну что, у нас следующая территория нежити. А что вообще у нас тут? Нефритовая долина, опять роботы, захватчики. Окей. Нежить. Голем и банши. Блин, ну вот этого брать против банши. Он даже, наверное, подойти не успеет к ней. Так, игра у меня вылетела прямо на ровном месте. Ну что, давай рискнем. Я не уверен, правда, что мой фехтовальщик сможет с банши сразиться. Потому что если она его застанет, то все. Вот сейчас можно, если Джаггернаут успеем призвать. А успеем ли мы? Успели. Вот теперь фехтовальщик нужен. Вот, вот об этом я тебе и говорил. Вот он эффект бабочки, блин. Давай, 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 давай этих банш всех несчастных злодеек. Ну что, по красоте, все получилось. Теперь уже здесь они нам ничего не сделают. Даже если эта банш выйдет, баллиста издалека ее расстреляет. Вот такой вот расклад у нас получился. Очень даже неплохо. Как по мне, очень даже неплохо. Двигаемся дальше. Так. А у нас энергия-то где-нибудь есть? У нас есть энергия только здесь, ребятули. Ну, с этим турбо-имба супер-квадро отрядом никто не сравнится. Так что... Хоть банши, хоть с раньше. Всех заколбасим, надеюсь. На тебе, големище ушастая. Да орала крикунья. Накаркала беду, как говорится. У меня еще луч тут есть, не забывай о нем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это... Вот это да, ребята, вот это обделался. На 5 баллов просто-напросто. Просто на 5 баллов. Я совсем забыл про этого чертового прыгуна, блин. Прикинь. Просто забыл про него. Нормально? Ну что же, впредь больше не будем допускать такой ошибки. Где там ваш прыгун-то? А прыгун, вот он, ребята, бежит, но не добежал. Не добежал, потому что мы разнесли ему замок. Неужели у нас вообще прям ни одной энергии нигде не накопилось? Что ж такое-то, а? Что ж за невезуха? Так, вот здесь вот самый такой злючий противник. Это когтистый. У него размах офигенный. То есть от воздуха до земли всех задевает. Так что с ним надо быть аккуратнее.
Это Родин, красавчик. Руби, 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 руби их. Как ты меня, Банжи, напрягаешь, а? Давай-ка, наверное, вот так вот залуплю лучом. А Банжи тоже, оказывается, да, воздушную цель-то бьет. А, в кислоте варятся, в кислоте. Правильно, чумнуха. Плоди там кислотную эту лужу. Есть. Рубанули. Ну что, у нас получается последний, ребят, поединок. Ух, служитель тьмы. Вот здесь вот прыгун и служитель тьмы. Опасные ребята. А если я ведьму успею, интересно? Нет, уже поздняк. Давай ты уже прыгай. Так, если я не ошибаюсь, это тот самый уровень, где он будет на прыгунах, что ли, отыгрываться, или как? По-моему, он будет на прыгунах тут отыгрываться. Да-да-да-да. Опа! Мой Ронин все-таки опередил этого прыгуна по силе атаки. Он успел быстрее. Хотя у него прыгун тоже побежал в истерике. Но мы все-таки опередили. Неужели у нас не хватит? Нет, ребята, нет у нас для последнего поединка ни одной, к сожалению, энергии. Ну что же, тогда на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.